Восьмой элемент. Опять же, ключом остается вот то, что в седьмом мне показывают, накладочка. Вот. Это реверсное движение от себя. Поднимаем, если амплитудно, и по кругу заходим со стороны. Постепенно эта амплитуда скрадывается, насколько это возможно. Варианты применения, соответственно. Если противник делает шаг на нас, мы его останавливаем фронтальным стопом. Если же я шагаю вперед сам, то я могу атаковать этим же движением насквозь. То есть, если более сокращаем амплитуду, соответственно, мы получаем внешний порез. Если идет угроза ножом на дальней дистанции, соответственно, здесь я могу тоже с наружной стороны нанести порез. В пустых руках мы получаем те же самые элементы. Либо это фронтальное присоединение ребром или кулаком, или присоединение сбоку. Также это возможен вариант присоединения предплечьем, опять же, для остановки оппонента. Если мы работаем обратным хватом, то, соответственно, это у нас выход на укол. По более сокращенному варианту, в защитном, опять же, элементе это возможно использовать, как пойдет рубящий сверху. То есть тем же самым движением мы, каким мы атаковали, ровно тем же движением мы остановим. Итак, амплитудно это у нас вот движение, сокращаем амплитуду. Мы получаем более короткое.